原先我的生活是这样的。每天的生活当中，除了小戴维、娜塔莎，就是颜料和画布，还有画笔。日子过得非常的悠闲。画一幅画要去这么多颜料？对呀、啊，各种看，你看，这是我上学的时候俄罗斯的颜料。嗯，那边不是这些画，就有两个颜色，绿色和红色。所以艺术叫色嘛，你看，我们看到颜色就比你多。哦，就是，色是吧？对对对。你知道画睡莲最出名的画家叫什么名字吗？嗯，是莫奈。注意你的发音，是莫奈。莫奈，莫奈。然而生活总是每天留给我们惊喜，谁都不知道下一站将到达哪里。要不我进去记录一下。在中国，男人不能行，我们那边可以。一个惊喜啊！啊！你不要那个晕过去。什么呀？双胞胎。我靠！我陪着怀了孕的娜塔莎来到了哈萨克斯坦，给她的父亲，也就是我的老丈人庆祝生日。我们为老丈人购买了一辆中国品牌的汽车作为生日礼物，将中国品牌的汽车平行出口到国外。在 Vlog 博主当中，我们是第一个这么干的。可是等着等着，我们就错过了最佳的回国时机，因为双胞胎即将要出生了。闲来无事的我开始为娜塔莎剪辑和拍摄视频，很多朋友也就是那会儿开始认识我们这个账号的。一眨眼，我的签证时间很快就要到了，戴维也到了上小学的年龄。我和娜塔莎坚定地认为戴维应该接受中国的教育，所以一家人的中国返乡之旅也就此拉开帷幕。今天我们终于等来了我们大部队的最后一位成员，他们的爷爷要出国旅游了，有点舍不得。拜将拜将拜将拜将，你要是个拜将，拜将拜将。Бедная, сопли. 对，出门之前一定要生病。我去给他擦一下鼻涕，我拿一下纸。姨妈就是这个带孩子的，她生活条件不是很好，她这一辈子没有见过好的东西。小时候胡爸也一直打她，然后婚姻也不好，老公把他们就三个孩子还有她放弃了，对吧？抛弃了。抛弃了，对呀、啊。然后，她也。这辈子没带过什么好的首饰。你这次去云南跟梅西买银饰吗？对吧？不是卖，是卖银饰，不是卖银饰啊，注意啊。嗯，反正你懂我的意思。梅西的银饰那么好看，我们送一个给他好不好？好呀。那我去拿一下好了。好好好。我们也慢慢照顾我们孩子这么久，这可漂亮了，这很适合他。送给他。他刚才给我看了他的戒指，他的戒指都不是银的，他说已经叫掉色了、哦、是那种易学用的那种金属，反正钛，对，钛合金的，对，这好歹银呗，这个是出名的，嗯，对吧？对。Кузина, давайте мы вам подарим браслет серебряный. О, спасибо большое. Как раз вот ручка маленькая.Вот. О, спасибо большое. Пожалуйста. А я хотела. Вот. Думаю, вот. Туда поеду, там куплю. Вот. Не надо покупать. Держите. Спасибо. Что тебе вы спасибо. Помогаете нам. Ой, еще одна коробочка. Спасибо большое. Не как так, хоу сихуан. Ёсю же жили хозы. Чёши. Ты как тяжелый синку, да? Красивый. Да. И он как раз у вас, ручка у вас тонкая? Ну. Как раз вот так. Да. Очень красиво, да. Мне понравилось. Все, теперь всякого после этого. О, приезжаем, да. Там еще много чего-то. Да. Ну, в Китае же. Очень красиво, мне нравится. Классно. Что, китайский знаешь уже? Да, представляешь? Той. Хочешь, да? Да, да.
Ты каждый день слушаешь, уже выучила, да? Да. Еще что-нибудь знаешь? Я знаю любимое слово Давида. Фанфи. Или Наташа, да? Сейчас я Олечку веду, и кто тебе кушать будет готовить? Сама научишься. Сама научишься. А то 16 лет, я в 14 уже кушать готовила, а ты вообще в 16 не можешь. Ну ты молодец, как бы Нет, я не помню, как точно. Нихон фан. Ой, мадолла. Ой. Ой. Наша няня приехала. Ой. Наша няня приехала. Кто такая красивая? Работает. Привет. Здравствуйте. Здорово. Ой. Смотри. Ничего страшного, там купим новый. Так это не я, да? Не ты, я что, тебя обвиняла? Нет, это ты Иванова, да? Да. Кто там? Привет. Дизайка моя, а ты кто? Ты Милашка или Эмилечка? Милашка, да. Это же Эмилия. А, Эмилия. Дизайка моя. А я сейчас увидела. Привет. Ты моя зяйка. Инька. Ты косичка моя, привет. Ты, ты моя холосая девочка, такая косичка. Нет. Они заболели перед дорогой? Ну ничего, что еще сегодня, завтра? Я не знаю еще пока. Куда пойду я в такой прострации, так устала. Хельга, помнишь? Обещаю тебе. Да. Я не могу поверить в это. Ваня, спасибочки большое тебе. Пожалуйста. Сейчас пойду померяю сразу. Давай. Я посмотреть за ними? Я пойду мерить штаны. Давай потом или сейчас надо? Сейчас надо. Все, Ваня, смотри. Красивая такая. Привет. Довольна? Ой, моя да. Сестра. Наконец-то они появились вместе, да? Ты моя красавица. Похожи они? Нет, вообще. Ну-ка, встань рядом, чё ж не похоже. Три богатыря. Два. Люся, Люся, третий. Люся, третий. Да, Люся, шестой богатырь. 我看了今天的那个评论区啊，好多人想跟你妈认识一下。我跟你说，我直播的时候才牛呢，好多人要做你姨父。做外公的我就不跟你讲了。那万一真的有人跟我做那个衣服，真有合适的衣服吗？要有衣服那就太好了，直接把他，哎呦，咳嗽呢。嗯，严重了呢，就是。啊，怎么是爸爸 zabił？ 你讲。 В общем, серьезная работа. Как раз такой период, Вань, поэтому ага. Я не смогу. У нас май месяц, мы, в общем, на 25-й год готовим бюджет. Ага. То есть, если эти деньги мы не заложим, то в 25-м году работа никакая не будет проходить. Поэтому я не могу поехать, но зато поедет теща, мама поедет. Так что пока что мы всем Китай. Ёлки-палки, я, конечно, сильно расстроился, Ваня, что я не могу поехать. Ну, я думаю, когда у меня будет отпуск, во время отпуска, тогда тоже приеду.
Ну, жалко, да. Что я с подписчиками там. А мы уже билеты купили. Уже мы на... И куда мы взяли? В Чунчин, да? Да, в Чунчин. И этот скорость поезда тоже взял. Да. И, но тюдень хотя бы отели можно отказать. Нет, там половина нужно, как сказать, штраф. Платить. Да. Ну, ладно, я по-любому не могу работать. Да, я понимаю, этого. Ничего страшного. Видишь, если бы это был, например, месяц июль, август, то uh-huh. можно было бы как-то еще как отпроситься, написать без содержания, уехать. А сейчас, в данный момент, очень серьезно у нас как раз мероприятия uh-huh. такие проходят. По бюджету. Uh-huh. Поэтому я не смогу. То что, Ваня, блин, очень печально, тоже... конечно. Не, я тоже расстроился. Ну, конечно. Мы тоже еще расстроились. Мамаша не расстроилась, она радуется. Суп кушает. Я знаешь, почему радуюсь? Че? Потому что думал, кто-то останется. Ваня. А то я вся переживалась, кто думал. Оказывается, не только буду на работу ходить, но еще и буду дома кома. Оля будет готовить, да? Да. Ну, с Олей останется. Я переживала, ну как Оля тут будет одна? Есть папа. Что вот так вот. Ну ладно, в следующий раз. Ну, в следующий раз вам поедем. Отпуск будет, поедем. Да, да, да. Будет. Сентябрь, да? Где-то. Да, сентябрь. Да. Ну и вы сюда приезжаете, вот поедем на горячие источники, съездим. Да. Вы же там не были ни разу, там классно. Покупаетесь. Хорошо. И вас заберу с собой. В этом январе поедем кататься на лыжах. Тоже хорошо, классно. Хорошо. Да, Дарья тоже тогда больше не сможет приехать. Школа, первый класс. А елки-палки. Но зато он хорошо умеет там на лыжах кататься. Ну да. Да, Ваня? Да, да, да. Мы его научили. Там каникул разве нету? Мало. Может, даже не в январе, в феврале. Может, если на китайском не будет. Ау, на. Ой. Кашуя. Сенчин кура. Не знаю, что же не хватает. 这个东西也不能拒绝他上班公务员你说忽然说这种事情本来就已经就批好了我要去退票就是嗯刚一开始批好了批好了他说可以的然后他今天回来就没有心情没事下次嘛这次人本来就很多这是你家庭的话也是有那个别的когда частник там сам на себя работаешь, еще можно что-то придумать. А тут... Да. Кто знал, да? Ну, мы помним, я буду ехать. Мэй, нема ронь. Кэмпа не пэнэн чучу. Дэн ся цыба, не баба. Шэн ся дэ. Кален, да. Расстроился, что ли? Ну что, в следующий раз поедем? Ну, я думаю, что этот, как вот мы, все-таки у нас были планы, были все настроены. Да. Ну, конечно, ничего. В следующий раз, Ваня, рванем все вместе. Да. В этот раз как раз с бабушкой, бабушками, да? Да. Вместе погуляем. Ну, Ваня, теперь ты там один мужик, короче. О, еще есть и Давид. Да, и Давид. Конечно, будет их водить из этого. Ваня, ну, бабушки, это очень хорошо, потому что они уже старенькие, и неизвестно, как здоровье будет, и сможет ли она потом вообще да. попасть или не сможет. Когда возможность есть, да, на срочно. Да, поэтому пока есть такая возможность, я считаю, что это здорово. Угу. Да, это тебе. Давай, Давид. Куда иди? Куда иди? Куда иди?
David， 你是我们中国人的后代。 这杯酒，你来撒好不好？我、哦、爷爷是个，我爷爷是个，都是 китайцы， 对吧？